Откуда? Кто они, телеты в грязной рвани, озлобленные взгляды, одичалый вид? Что ждет их в будущем? Что с ними станет? Сегодня беспризорник, завтра враг труда, бандит. На бойне мировой отцы их погибали в царских ротах. Их матерей терзали интервенты голодом, блокадой. Младенчество на лица их морщинами легла забота. По городам они скитались злым, голодным, волчьим стадом. Что их спасет? Благотворительность? Нравоучение? Им и нам смешно все это. Мы знаем больше. Человека создает среда. Путевку в жизнь им даст Республика Советов, познавшее могущество свободного всеобщего труда. Гигантов металлургии мы строим под таежному безлюдью. Мы судьбам человечества нашли рычаг живой. Мы беспризорников научим в новый мир пробиться грудью. Мы переплавим их рабочих стройки мировой. Thank you.
Держи, тюрьмы я не вылажу, на том скучаю за меня. Ремесло я выбрал, кажи, тюрьмы я не вылажу, и что он скучает из меня. Да-да, и что в тюрьме я не сидел, да-да, не было минуты, чтоб не пел. Да-да, что же будешь делать, когда сел? Вместе на трамвае поедем. Пожалуйста, 2,5. Ты что, с ума сошел, стой? Стой! Алё, барлины, не сама знаешь. А вот эти, на подачу. Дорогая, едем ко мне. Кого-то мою отдай, важно, что рваная, важно, что моя. Какие ты? Раньше так не разговаривали, что молодой человек. Значит, ко мне? Руби, ой, не дам. А муж? Да. Приезжай, приезжай. Товарищ, поехали на слуховой. Мамочка, а почему? Травой, значит, не разлюбил. Золото мое. А, что надо. Отца прирос. Колька! Приходи скорее, мать.
яблочко соста. Чем яблоки? Ну, дорого. Ну вот еще. Ну ладно, давай, давай. Ну бери, бери. А тебе чего? Почем яблоки? Держи его. Пусти. Мы мертвых не возим. Thank you.
Ушла Колька, мать. А, Колька, мать. Слышишь? А ведь на койках спать удобнее. Подземелий подвалов и разрушенных домов
В эту ночь было собрано более тысячи беспризорных детей, искалеченных улицей. Чем занимаешься? Я гулящая. Дайте анкету. Девочки все. Давай, ребят. Родители есть? Родители есть? Давно шатаешься? Что ты молчишь? Чего же ты хочешь? Марафет, водки и девочек. Ничего, сказал. Мустафа, Пьер, старый знакомый, здорово! Здорово! Тетя Маша, здравствуй! Здравствуй, Мустафа, здравствуй! Где он только не был? Кто его только не знает? Где его знает? Главарь целой банды. Дядя Миша, здравствуй! Здравствуй, здравствуй! Откуда последний раз ушел? Из Ростовского приемника бежал? Бежал. Саратовского бежал? Бежал. В Москве, в Серпуховском, сидел? Бежал. Ну куда ж тебя теперь направить? Равно убегу. Тогда вы с правдом за решетку. Хватат куржам. Ей-богу, убегу. Ну, в город пойдем. Не пойду я. Не пойду. А это Мустафа, Пьер. Здорово. Вы что там?
товарищ? Сын у меня пропал. Николай Ребров. Нет ли его у вас, товарищ? Списка? Нет. Нет? Посмотрите в камерах. Пойдемте со мной, товарищ. Мент идет. Качанский рыдать. Сейчас принесу. Надо нахуй. Тимок 130 принял и боится играть. Боится играть. Товарищи, считаете ли вы, внимание, товарищ, считаете ли вы, что таких трудных ребят необходимо изолировать? Я категорически возражаю. Я думаю, что я предлагаю и настаиваю таких ребят, как Мустафа Серп, направлять в исправдома. За решетку в тюрьму это не выход. Что же вы предлагаете? Товарищи, надо подумать, что делать вот с такими ребятами, которые черти сколько лет болтались на улице, бегут из всех детских домов за решетку. Надо найти другой выход. Да, надо подумать. А по-моему, и думать нечего. А, товарищ Мен! Другая Маш, здравствуйте, здравствуйте! Ты что, понарел, что ли? В пустой комнате здоровается. Эх ты, тютя! Зачем вызвали? На осмотр, что ли? Ребята, смотри. Кто это? Товарищ милиционер, можете идти. Ты что? Доктор! Ребят, доктор, раздевайся! Ну вот, раздевайся! Штаны снимать! Ты же доктор!
ладно, довольно. Ну, ребята, одевайтесь. Ну одевайся, вот, одевайся веселее, одевайся, ну веселее. Вот, теперь одевайся. Давай сюда, давай сюда, давай сюда, ко мне, ко мне. Давай, давай, давай. Давай веселее, ну, веселее, 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 одевайся. Садись. Кто одевается, кто раздевается. Вот что, ребята, сидите вы здесь, воздух портите. Детдом идти не хотите? Нет. Нет? Правильно, правильно. Парни, вы что надо? Чего вам в детдоме делать? А, здесь сидеть тоже, буза. Ой, буза. Ребята, а на свободе сейчас? Ой, хорошо. А, вот что, дело у меня к вам. Секретное. В бывшем монастыре в одном устраиваю я фабрику коммуны. Поедем со мной, кто хочет. Добровольно. Вместе работать будем. По столярному, слесарному, сапожному, механическому делу, какому хотите. И управлять коммуной сами будете. Ну, на полном доверии. И на свободе будете. Ну, ну кто хочет, высказывай. Стань своей коммуны, да будешь шортой матери, да? Винтовку оставишь, потом... Сия, подожди-ка! Чем как ты, да? Положи ее туда, включи! За решеткой сидеть будем, винтовку оставишь, да? Стань своей коммуны! Все правильно! Иди к чертовой мать! Мозгуйте. Ваше дело. Уйти всегда успеете. Ладно. Валим в свою коммуну. Говорил. Доктор. Севера, это мы, прощай! Выходи. Здравствуйте, товарищ Сергей. Здорово. Вот пропуск. Хорошо. Ну, ребятки, пошли. Пошли. Ну, что же вы, ребят? Ну? А пан Бой где? Конвоя не будет. Вы добровольно.
ловкость рук и никакого мошенничества. Вот здорово так. Молодец. Молодец, Мустафа. Ну, Мустафа, чтобы это было последний раз. Это вам государство долг дает. Отработаете, отдадите. Товарищи, телеграмма из коммуны от Сергеева. Ребята, сейчас вырежу заготовку для ботинок. Вот так. Вот заготовка. Ну, кто вырежет? Ну? Да. Попробуй. Посмотрим. Ну, Мустафа Фер, не подкачай. Привычки прежние отцов, отцов, работа, эй, работа, крепко, света, сапожный, навеки сон, навеки будет водой и тепло. Вот это ловко, и белый шок на тонко, ловко, лови, не подкачай, ловко, умей и сторонку. Тебе заснуть переключай. Привычки прежние на слов, кому на цель,
Забота светла, ты спаса Божий, скорее пешком, одесса будет водой и темно. Вот это лодка, имелый подготовка, лодка, пари подкачай, лодка, умение и здоровку, тебе на кухне переключай. Кипит работа горячо, горячо, и встан на нарды, и взять на пушку, скользи туманом, дуги плечо, и бой катушки летят в душу. Вот это лодка, и белый подготовка, лодка, и не подкачай, лодка, убей и здоровку, тебе на кухне переключай. Пришел, конечно, тяковать, и по карманам ушам не шарить. Бери на волос, учись давать, пойди на пильник, зажги все сари. Вот это лодка и белый подготовка, лодка, пари не подкачай, лодка, достала перетопка, тебя на дну переключай. Привычки прежние на слов, на слов, кому на цель, работа, средства, мы за собой, на ремеслом, на лето будем постой и детство. Вот это лодка, и белка, лодка, лодка, пари не подкачай, лодка, умей и сноровку, тебе на круг переключай. Вот это лодка, и белый подготовка, лодка, пари не подкачай, лодка, умение и сноровку, тебе на круг переключай. Ножки стерли. Ну. Ага. Ножи, вилки и ложки кто-то спер. Если не найдутся, вычтем из вашего жалования. Ложечку. Горячо. Лопает
были! Покрывать не будем! Все, смотри, идем! Откуда говорят? Но, подходите к столу. Иди, арестовать его надо. Товарищ начальник, мною задержан вот этот гражданин за избиение беспризорного. Ваши документы. Документов у меня с собой, кажется, нет. Вот только книжечка. Друг, сукин ты сын. Thank you.
отцы и матери, а если вашего чистенького бить головой о мостовую, расстреливать, убивать. Хотим ехать в коммуну. Хотим сами шить сапоги. Давай отсюда! Чего отставить? Отойди! Чего надо? Да что ты? Катись! Добро! Катись, катись! Хотят ехать в коммуну. Хотят сами шить сапоги. Понял? А гольцы, сукины дети. Молодцы, ребята. Напугались мента. Испугались, целым отделением приперлись. Боевые ребята. Ай да молодцы. Это Колька привел нас. Привел сюда ехать в коммуну. Прошла зима. Крепла и раздевалась коммуна. Мастерские выполняли большой и срочный заказ. Шила, резец и пила. Заново рождали людей. Казалось, что труп окончательно победил. Но...
Товарищ Сергеев, мы без работы сидеть не можем. Ребята бузят. Николай Иванович, решай, что делать. Хорошо, ребята, поеду в Москву, буду говорить. Нет. Что же делать? Ребят. Думаешь, какая шпингалетина нашла? Сами пришли в коммуну, сапогищи. Эх вы, гады!
что же вы, ребятки? Вы сдохли, убили. Да, славно время провели. А я вам подарочек привез. Будем строить железную дорогу от коммуны до станции. И сами, ребята, будем ее обслуживать. Поняли? Поняли! Поняли. Поехали! Поехали! Мустафа! Будет машинистом! Машинистом! А Колька кондуктором! Кондуктором! А я стрелочником. А кто не хочет работать, кто хочет бузить, пусть уходит. Ну, ребята, чтобы это в последний раз. Ребята, качай Николая Ивановича! Что? Качай Сергея! Oh.
Николай Иванович, не будут больше стоять станки. Мама, Валя, моя усталая, эх, долго ли буду тебя я носить? А судьба ли ты моя роковая? Эх, долго ли буду я жить? Для чего я на свете родился? Для чего родила меня мать? Эх, и тюремную жизнь испытал. Мустафа ушел. Горько свист ушел.
15 дней за пьянку и неявку на работу. Пьяные морды! Где налезали? А почему-то поцелуй даны на вот тебя люблю, а другие все домутые. Юбку новую порвали и разбили правый глаз. Не ругай меня, мамаша, это было первый раз. А ты почему-то вот какого-то одного тебя люблю. Ёлки-палки, лес густой, ходит папа холостой. Когда папа женится, куда же мама денется? А почему ты вот Гаврилу! Томка, Гаврилу! Томка, дает Гаврилу! Нас на сети два громилы, оп, перепомни я, один я, другой Гаврилу. Гаврила, правильно. Вот перепутия, друг на друга, да мы похожи. Вот перепутия, как две туфли? Это похоже. Правильно, правильно. Да, мы перепутия, раз гуляли, да мы похожи. Вот перепутия, вот гитары я помой. Правильно. Так, квартиру закатили. Все, что было? Правильно. Тут на деку у нас не только. Ох, перебумбия. Кричу, дверь, а я вам окошко. Ох, перебумбия. Да мы по улице бежали. Ох, перебумбия. Только тяжки сверкали. Ох, перебумбия. Мустафа! Колька! Гости пришли! Берите встречайте гостей! Ай, Дани, ну и пижоны! Деловые а, пришли! Помка, что? Встречайте Сарковому! Стопай сюда! Колька! Танюша! Давно не... Юрка! Рыбель! Давай проходи! Садись! Садись! За кустом что надо! Давай уживаться! Уснемся, болтым! Вместе, Гополе! Опрокинем стаканчик! Раздавим бутылочку, раздавим! Юрка простая, выпивай! На столе стоит чернила, в чернили два пера. Прощай, папа, прощай, мам, я поеду на Кавказ. Пляши, Мустафа. Козя, парень. Слабо сплясать. Мустафа, слабо. Ай да, Мустафа. Ай да, для фарту. Да ешь, пляши. Давай, играй. Почему они за таков залучил, да, давай тебя люблю. Ну давай вот. Ждите моего знака. Ну давай, давай, давай. Приготовиться. Давай. Как тебя зовут? Как тебя зовут?
рады. Зараза! Косая морда! Перепелись, Марик! Молодцы, ребята! Славно время провели! Славно время провели, Лекарь! Амба! Буду первым машинистом на первом паровозе. А я кондуктором. Ah.
дорогу. Портил. Мустафа должен из коммуны приехать. С чего-то задержался. Маленько обождем. Хорошо. Николай Иванович! Николай Иванович! Thank you.
Как же? Мустафа. А хотел быть машинистом. Комиссии, лучшему другу детей.